Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина Захарова, таролог. Сегодня мы погадаем на замечательную тему, что вас ждет в ближайшие 48 часов. И гадать я буду на таро поп-культуры. Это такая очень крутая колода, довольно крупного размера. Вот, вы ее еще пока не видели. Она одна из новых у меня. Давайте посмотрим. Давайте все посмотрим. Итак, что вас ждет в ближайшие 48 часов? Колода довольно крупная. Давайте даже чуть-чуть наших дамочек подвинем. Это я их сегодня приобрела. Смотрите, как я их покупала. Ну, вернее, даже нет. Про этот день, да? Про этот день смотрите на канале Alive. У нас есть такой канал про нашу жизнь. Там тоже гадания выходят, все. У меня 4 канала на YouTube. Вот. Но в любом случае вы можете очень много интересного узнать. Там про барахолки, про разные туристические места Германии и так далее. И вообще про нашу жизнь что-нибудь. Если интересно. Так, итак. Значит, первая карта покажет ваше текущее состояние в жизни, да? А дальше уже будем смотреть, а что вас ждет в ближайшие 48 часов? Какие события, да? То ли будет у вас мало событий, то ли много, мы не знаем. Первая позиция. Такая девочка у нас. Вторая позиция вот такая с книгой, да? И третья вот такая девочка с кроликом. Первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Итак, что у вас ждет в ближайшие 48 часов? Давайте узнаем. Так, наша первая девочка, сюда ее поставлю. Так вот, да. И первая карта, в каком аркане вы находитесь сейчас. Итак, вы у нас девятка жезлов, да? Ну, вы знаете, эта карта, она показывает на самом деле, что человек находится в состоянии защиты. Ну вот ему нужна защита. И вы чувствуете, что как будто бы от кого-то обороняетесь, от чего-то обороняетесь. Как-то пытаетесь вот себя обезопасить. Понимаете? То есть это значит, что в принципе вы ощущаете нарушение вашего энергополя. И соответственно, раз оно есть, это нарушение энергополя, значит вам нужно каким-то образом сделать так, чтобы никто не мог его пробить. Также у вас как будто бы сейчас в жизни наступает момент, что вы что-то понимаете. Вот как будто бы вы чувствуете с миром большую связь, и вы начинаете понимать многие вещи, которые раньше совершенно не могли осознать. Вот как будто у вас идет пробуждение. Вы начинаете принимать тот момент в своей жизни, что иногда вам приходится рисковать. И что каждый день, ну, по сути, мы живем рискуя, да. Но при этом, раз мы все так живем одинаково, то вы начинаете больше расслабляться, понимаете? То есть вы как будто бы все это время жили в окопе, пытались защищаться, пытались уплотнить поле. Но в какой-то момент вот вы начинаете понимать, что... Ну, все так живут, да? Все. У всех должно быть такое состояние. И это вас немножечко раскрепощает. На самом деле это поворотный момент. То есть человек начинает понимать, что он принадлежит этому миру и другим людям. Потихоньку расслабляется, потихоньку начинает больше доверять своему пути, да? И становится более счастлив. Вот.
когда мы ничего не боимся, мы счастливы. Но сейчас, да, вот у вас это вот такое переходное состояние. То есть я хочу защититься, я понимаю, что на меня как будто бы даже как кто-то нападает, да? А потом, а вдруг и у других такое же состояние? Хорошо, что вас ждет в ближайшие 48 часов? Какие события вас ожидают? Давайте выкладывать несколько карт. Несколько, чтобы они обрисовали ситуацию, да? Чтобы была какая-то обрисованная ситуация. Так. Ну вот интересно тут получается, потому что у вас тут есть, значит, кавалер мечей, да? То есть все равно в ближайшие 48 часов вам с каким-то мужчиной надо пообщаться, повзаимодействовать, что-то решить. Но вот он как на машине едет. Ну, тут еще прям с пистолетом, да, такой крутой такой капитан весь. Капитан Хастингс, да, написано. То есть, понимаете, он весь такой крутой мужчина. Какой-то прям вот очень самостоятельный, что ли. И такое чувство, что вот несется на всех парах к вам на машине, значит, что-то хочет поговорить, что-то передать. Может, послание какое-то передать. Или от него идет послание, да. А он куда-то, мол, едет, понимаете? Но лидер, в любом случае лидер, такой крутой человек. И, соответственно, он может быть вспыльчивый, то есть его раздражать нельзя. Но рядом у вас туз жезлов, рядом десятка пентаклей, значит, вы не будете его раздражать, вы, наоборот, с ним будете в хороших взаимоотношениях, в принципе-то, находиться. Либо он принесет какие-то хорошие новости, да, либо от него они будут хорошие какие-то. Либо разговор хороший выйдет. Вообще туз жезлов – это очень такая классная карта на 48 часов, да. Она показывает, что идет наполнение какой-то вот творческой силой, да. То есть вы, скорее всего, в ближайшие 2 дня будете ощущать прилив энергии, прилив творческой энергии, мотивацию, да. Хочу начать там новый проект, что-то новое, что-то интересное. Но также, опять же, этот туз касается этого рыцаря, кавалера, да? И он говорит о том, что, возможно, если вы женщина, кавалер неровно к вам дышит. У него возбуждение, да, какое-то идет. У него прям влечение идет. Есть потенциал для этих взаимоотношений, есть потенциал для развития общения. Также сам по себе туз, если его отдельно анализировать, да, он показывает, что вы будете более открыты, вы будете больше общаться с людьми, вы будете веселиться, может быть, радоваться чему-то, радоваться новостям в ближайшие 2 дня. И у вас будет приподнятое настроение. И следующая карта, десятка пентаклей, она подтверждает, что у вас будет приподнятое настроение, что будет хорошее настроение. Ведь десятка пентаклей – это у нас и деньги тоже, да? Мы тут видим, правда, брошки такие красивые, но все-таки это и деньги, да, деньги. То есть получается, что изобилие идет в вашу жизнь в ближайшие 48 часов, процветание, может быть, начало какого-то нового цикла в жизни, подведение итогов, да, подтверждение чего-то важного для вас. Конечно, могут решаться даже какие-то вопросы там с недвижимостью, с имуществом. Но главное, что вы получаете какие-то либо деньги, либо ресурсы в ближайшие 2 дня. Или просто будете чувствовать стабильность в ваших ресурсах и изобилие даже в этих ресурсах. И значит, я могу пользоваться этими ресурсами. Могут быть крупные покупки какие-то. Или дорогие покупки. Ну, то, что может быть даже дорого вашему сердцу. Но в любом случае, 2 дня ближайшие у вас хорошие. Карты здесь прям хорошие выпали. И именно созидательные. То есть вы много чего переделаете за 2 дня. Много чего успеете. Поэтому дерзайте, все у вас получится. А с мужчиной обязательно пообщайтесь. Ну, вот такой вот у нас получился расклад по первой позиции. Мы идем к позиции... Ой, не развалить бы тут все, да? К позиции номер 2. Тут у нас такая девочка с книжкой вроде, да? С книжкой. Угу. И первая карта — это вы сегодня. Вы у нас сегодня валет жезлов. Ну, вы писатель,
Пишите, да? Даниил Малой. Вы пишете, вы писатель. Это совершенно точно. Вот смотрите, эта карта, она показывает, что человек может переписываться в интернете, писать действительно какие-то тексты. Но вам интересно, вы чему-то учитесь, что-то познаете, или думаете о том, чтобы вам научиться создавать тексты, писать, создавать статьи, да, заниматься вот этим интересным, там, может быть, соцсетями, какие-то делать в соцсетях проекты, там, или интернет-проекты. Вот. Сосредоточенность идет. Желание что-то поковыряться, что-то поделать, что такое важное для вас. Конечно, развиваться, конечно, узнавать новости хочется. Вот вообще карта явно символизирует иногда общение в интернете, да, и узнавание разных новостей, информации. Просвещение, в принципе, тоже. Ну и разные любимые занятия. То есть человек сконцентрирован. Кстати, заметьте, темная ночь на дворе. Светит лампа, да, так романтично. Это все в кабинете, где среди книг. Вот посидели бы вы так в кресле, в кабинете, среди книг, попечатали бы что-нибудь. Хотелось бы вам хоть раз такое испытать, вот как этот писатель. Я думаю, что да, и мне бы хотелось такую именно обстановку, вот именно кабинетную. Поэтому у вас именно сегодня такое, мне кажется, вот состояние, желание что-то такое вот сделать, да? И романтика все равно идет в этой карте, конечно. Ну, человек сам по себе романтик, да, мечтатель. Вообще писатели — это особенные люди, они проживают все свои книги в своей голове, да? Как будто бы это все происходит наяву. Вы знали? Итак, что вас ждет в ближайшие 48 часов? Давайте посмотрим. Что же вас такое ждет? Так. А-ха-ха! Матрица! Вы попадете в матрицу! Интересно. Очень интересная карта. Ключи, ключи полетели. Да. Так. Значит, помните Баффи? У меня есть колода Таро. Баффи, как? Короче, убийца вампиров, да? Или как она называется? Я забыла это слово. В общем, это охотница на вампиров, Баффи. Вот здесь это карта Сила. Ну, конечно, карта Сила показывает, что, возможно, вы будете наполнены силой, энергией в ближайшие два дня, и вы будете чувствовать свою мощь. То есть энергия созидания. Я много чего могу, я много чего сделаю, да? И получается, идет момент как укрощения, может быть, какого-то человека, налаживания с ним отношений, но благодаря тому, что вы чувствуете прилив энергии. Либо идет какая-то умственная работа мощная, да, или там налаживание вашей работы, или там наращивание вашего мастерства, да, оттачивание мастерства в каком-то деле. Проявление силы воли, характера. Ну, то есть, пойду и в спортзале буду пахать, например, да? То есть, вы в ближайшие 48 часов так взяли себя в руки и пошли, там, терпение проявили. Терпение и труд, все перетрут. Вот. Но также идет власть над событиями. Ну, то есть, даже если что-то происходит, вы будете ощущать, что вы властны над этим. Мол, это только я управляю, взорваться мне на вот это или нет, отреагировать или нет. То есть человек полностью умеет себя контролировать, понимаете, в этой карте. Сила вот этой вот убийцы вампиров заключается же не только в физической ее силе. Она заключается еще в том, что есть вот невидимая сила воли, да, сила характера, сила взросления, умение проходить испытания, трудности, понимаете? И вот, соответственно, у вас активизируется такая сила в ближайшие 48 часов. Мол, я умею противостоять любым невзгодам, любым трудностям, и хоть с кем смогу договориться, даже с трудным человеком. Соответственно, в ближайшие 48 часов можете сталкиваться с трудными людьми, но вас это не пугает, а вы, наоборот, налаживаете с ними контакт. И вот дальше, смотрите, следующая карта — двойка кубков. Вот здесь это матрица. Вам синяя таблетка или красная? Вы какую хотите? Вы хотите навсегда забыть об этом или прозреть и узнать истину, правду, что мы все тут в матрице находимся, да? Двойка кубков в другой колоде означает любовь, а здесь выбор. Выбор прозреть или жить в неведении и в раю, да? Рядом с силой, по сути, означает,
что вам придется применить свою волю, чтобы сделать свой выбор раз и навсегда. А по десятке мечей отсечь что-то, от чего-то полностью избавиться, да, а что-то встретить в своей жизни новое и важное. То есть я расстаюсь раз и навсегда с определенным чем-то, да, что мне уже не нужно, но мне для этого нужно было применить силу воли и характер. И встречаю новое будущее, новую главу своей жизни. Значит, следующие 2 дня для вас важные. Смотрите, еще ключи, все вот эти ключи легли рядом с моим ключом. Интересно, да? Ключ — это очень хороший символ. Он открывает многие двери и возможности. И все же, вот смотрите, всегда двойка кубков, она все равно будет означать какую-то любовь. То есть я считаю, что ну, есть две половинки одного целого, да, в той же матрице, да, есть одна сторона и другая. И значит, что в ближайшие 48 часов у вас могут быть с кем-то взаимоотношения, любовь, выбор любовный, наладить мне отношения или отпустить отношения, да, то есть и вообще понимание само по себе, вот люблю я или не люблю, хочу быть с человеком или нет, да, то есть вот в этом тоже суть. И потом бах-бах-бах, 10 ключей, которые, конечно, показывают, что идет опять же, и зрелость, и эмоции оставили, включили разум, да, и новый цикл жизни. И, конечно, идет открытость реальности. То есть вы выбрали ту таблетку, которая открывает правду, понимаете? Больше закрывать глаза я на что-то не буду. Я открою себе правду и буду жить в этой реальности. Приму ее такой, какая она есть. Понимаете, тут прям знаки идут, что идет ключ к другому этапу жизни. Понимаете? Именно вот открываете дверь. Дверь открываете, куда-то заходите. Ближайшие 48 часов. Значит, у вас прям идет ну, прозрение какое-то, что ли. Ну и касательно жизни, и касательно, скорее всего, взаимоотношений. Поэтому вам стоит здесь задуматься и внимательно ко всему относиться в ближайшие 48 часов. Они важны для вас с момента вашего просмотра. Не когда я пишу видео, а когда вы его открыли. Ну вот такой интересный ответ по второй позиции. А мы идем дальше к позиции номер 3. Что вас ждет в ближайшие 48 часов? Девочка с кроликом. И первая карта показывает вас сегодня. Ух ты, семерка жезлов. Ну, какая интересная карта вот она, да, в этой колоде, семерка жезлов. Она, по сути, показывает, что идет момент какой-то реализации в вашей жизни сегодня и сейчас. И срочно необходимо принять какие-то меры, действия. Вот что-то нельзя отложить на потом. Нужно сделать это прямо сегодня. Прямо когда вы смотрите это видео. То есть есть какая-то задача, которую вы должны выполнить уже. И невозможно ни повернуть назад, ни откладывать. То есть вам нужно выразить свою какую-то энергию себя в этом мире, да, срочно. Срочно совершить какое-то очень важное действие. Может быть, даже большой шаг. На что-то решиться. Да, вы понимаете, что это риск. Но вы не можете уже не решиться. Если вы не решитесь, это затормозит вообще все вокруг вас. И вы это знаете. Поэтому вы должны взять и победить. То есть взять и сделать это. И вот просто рискнуть, понимаете? И, конечно, вы сейчас на фоксе находитесь. То есть вы сейчас в таком положении, что, возможно, даже вас все раздражает. Но именно потому, что вам нужно совершить действие срочно, срочно, присрочно, да? Хорошо, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшие 48 часов. Пентаклей, да? Ну, колесо фортуны, я же говорила. Я же говорила, идет какая-то большая перемена в жизни. И солнце. Ну, это очень удачная перемена, да? Удачный поворот. То есть, мало того, что у вас жизнь куда-то идет, поворачивается в срочном порядке, да?
Так у вас еще и счастье какое-то скоро. Большое счастье, удача большая в жизни. И причем, заметьте, все три карты очень счастливые, да? Допустим, девятка пентаклей. Это карта, показывающая всегда богатство и процветание. Но смотрите, какие тут красивые драгоценные камни. То есть, скорее всего, в ближайшие 48 часов могут решаться какие-то финансовые вопросы или вообще исполняться ваши желания. Загадайте желание, оно может исполниться. Я не говорю, что сразу, но, по крайней мере, на это идет большой, так скажем, зарок. Да? Вообще, девятка пентаклей в этой колоде показывает новую жизнь. Может быть, даже новый проект, новый цикл вашей жизни. И идет именно разблокировка. То есть как вашего здоровья, улучшение здоровья, да, так и вашего денежного канала разблокировка. Карта всегда показывает стабильность, изобилие, какие-то дары, да, сокровища одноглазого Вилли. И, понимаете, новое приключение может быть. Ну, то есть мы же пираты видим, да, пираты, значит, новые приключения. Идут возможности в вашу жизнь. Вы должны этими возможностями воспользоваться в течение 48 часов. Срочно. Тем более, что потом жизнь приобретает действительно неожиданный поворот. Мы тут видим, по сути, тех, кто попадал в наибольшие приключения в этом мире, да. То есть пираты... И Конан, Конан, ну как же может быть иначе? Вы знаете, колесо фортуны — это колесо Конана в этой колоде. И идет вращение, идет неожиданный какой-то, не знаю, поворот такой, что сюрприз от жизни, сюрприз. То есть новый этап, опять же, карты показывают, да? Жизненный цикл, что ли, перезапуск. И вам нужно концентрироваться не на прошлом, не на будущем, а на настоящем. И именно в условиях этого стихийного всего, да, ну как-то понять, как вам действовать. Нужно принимать абсолютно все, ничего не контролировать. Двигаться вместе с потоком. Чувствовать, значит, связь сердца, тела и разума, да. Конечно, колесо фортуны... И меняет что-то, ну, в какой-то области вашей жизни, в каком-то аспекте. Не обязательно все-все-все. Но в любом случае события разворачиваются так, как это и должно быть. Даже если вам кажется, что что-то идет не так, все идет так. Карта, конечно, может показывать внезапную дорогу, отъезд, перемены там, не знаю, в работе, в жизни, в личной жизни. И вам лучше все принимать. Вот как будто это дар Божий. Тем более, что все это ведет к Солнцу, к Богу Ра, да? И открывает, так скажем, звездные врата вашей жизни. Конечно, Солнце — это безусловная любовь, это семья, это счастье, успех, большой оптимизм в жизни, изобилие в жизни, жизненная сила ваша. То есть все поворачивается к Солнцу, все поворачивается к счастью в вашей жизни. Все перемены идут в лучшую сторону. Конечно, это чрезвычайно позитивная карта. Она тоже исполняет желание. И эта карта исполняет желание, и это исполняет желание. Это карта поворота, да? То есть смотрите, какие важные тоже у вас 48 часов. Поэтому вы за 48 часов можете кардинально изменить жизнь и судьбу. Даже просто загадав свое желание. И, конечно, оно сбудется в будущем. Обязательно. Идут блага от высших сил для вас. И просто встречайте вот с распростертыми объятиями хорошие новости, любимых людей, процветание. Вот просто раскройте свои объятия. Вот не надо говорить, что я не говорю неправду или еще что-то, что вы не верите в свою удачу. А просто раскройте объятия хоть раз. Просто поверьте, что у вас все может быть хорошо. Я не говорю, что вот оно сразу через 5 минут все будет хорошо. Даже, может быть, не в эти 48 часов, да? Но главное — научиться раскрывать эти объятия. Понимаете, в 48 часов явно идет поворот, явно идут перемены, изменения какие-то, да? Внезапные там, не знаю, происшествия, новости. Это все начнет меняться. Ты не сразу понимаешь, о чем речь.
Да? Ты не сразу понимаешь, где твоя удача, в чем она заключалась, что происходит. Но потом, по прошествии времени, вы сделаете вывод, и вы поймете, что действительно все так и произошло. Ну, вот такие у нас сегодня были три позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!